Здравствуйте, зрители нашего канала! Сегодня мы покажем, как быстро нарисовать деревья. Вам понадобится соломинка, трубочка, палитра и, конечно же, акварель и кисточки. Для ствола дерева ставим большую кляксу. Мы дуем соломинку и таким образом распределяем краску по бумаге, уточняем форму ствола. Кончиком соломинки нарисуйте ветки. Дорисовываем листочки. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился урок, как быстро нарисовать деревья. Не забывайте, друзья, делиться своим творчеством в наших соцсетях, а также оставлять свои комментарии и лайки.